Добрый день, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста, для тех, кто вас еще не знает. Добрый день. Меня зовут Арсаев Рашид. Я представляю правительство Чеченской Республики, а именно Комитет правительства по туризму. Спасибо большое. Подскажите, где вы находитесь, что вы здесь делаете и какие ваши впечатления после всего увиденного? Впечатления, начну с впечатлений, потому что эмоции захлестывают. Я восхищен на самом деле, потому что не зря говорят, один раз лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я много слышал про эту технологию, про этот вид транспорта. И от моих друзей, от Александра, от Сергея Анатольевича. Но оказывается, что увидев, действительно меняется все, потому что меняется впечатление, меняется ощущение, меняется отношение вообще к этому проекту, потому что понимаешь, что действительно будущее настало. И считаю то, что это будет прорывом в самых разных сферах. Ну, я могу говорить о туризме. Туризм, особенно на горных территориях, изменится, когда появится. А изменится ли отношение к нашему проекту в вашей республике по сравнению с тем, что мы видели на телеканале «Россия» в передаче «Команда»? После вашего визита. Ну вот моя задача была как раз вот приехать посмотреть, я вернусь, все расскажу, подробно расскажу, покажу. И я думаю, что мы будем в следующем году планировать уже новый, скажем так, этап взаимодействия, сотрудничества. То есть будет делегация из республики, которая приедет сюда уже в расширенном составе со специалистами в сфере транспорта, в сфере экономики, в сфере там других направлений. И будем уже более серьезно строить планы по развитию. Спасибо большое. Я искренне желаю вам успеха в этом деле. Спасибо вам.